Одна из любимых икон для прихожан Ростовского храма в честь апостола Андрея Первозванного – Богородичная. Каждую неделю перед ней совершается молебное пение, и этот образ – свидетельство всем, что и в наши дни бывают чудеса, для которых главное условие – живая и искренняя вера. Подробнее о святыне расскажут корреспонденты телестудии «Дон Православный». Образ Богородицы достойно есть в красно-голубых тонах, афонское письмо. В этот день ее место на аналое. Одна из самых любимых икон для прихожан Ростовского храма апостола Андрея Первозванного. Каждую неделю перед ней совершается молебное пение. А попала она в этот храм так, как обычно попадают в храм иконы. Подарок прихожанина, а в нашем случае прихожанки. Подарок в знак благодарности за чудо и милость. Это было лет 5, наверное, назад. Была действительно очень серьезная проблема, связанная со здоровьем. И мне нужно было очень срочно ехать в командировку в Астрахань. А перед этим я сдала анализы, конечно же, потому что очень серьезная на самом деле была проблема. И там было свободное время немножко, и мы пошли в Кремль. И вот подошла я к иконе, потому что было очень-очень страшно. И я подошла к иконе и стала очень-очень просить: «Помоги мне, пожалуйста, пусть будет так, Господи, как Ты считаешь нужным, но помоги мне, пожалуйста, чтобы все, исход был положительный этой ситуации». Я пообещала, что если все будет хорошо, то я обязательно закажу список этой иконы, около которой я стояла. А ты не знала, что это? Я не знала, что за икона, я совершенно не сконцентрировалась, я просто просила. И вдруг раздается телефонный звонок, и я даже не посмотрела тоже, какая икона, я вынуждена была выйти из храма и ответить на этот звонок. И мне позвонили, сказали, что все хорошо, что все нормально. И я, конечно же, с радостью вернулась к иконе, и я подняла глаза и смотрю, что эта икона достойна есть. Вот, а сейчас... второе название? Милующая. Вот это самое главное. Милующая, да. И, конечно же, я выполнила свое обещание. Я заказала эту икону в Подольске. Ее долго очень писали, мы очень долго выбирали цвета. Я очень рада и счастлива, что Господь нас всех слышит. И собирает вместе. Да, самое главное, что собирает вместе. Свое название икона «Достойно есть» получила в честь Богородичной молитвы. Ее поют во время каждой литургии. Икона этого сияла на Афоне, столице Святой Горы, в Корее.